Слушайте, чем глубже погружаюсь в проблемы своих соотечественников, тем чаще ловлю себя на мысли, а не пора ли нам, в смысле стране, уже вывеску сменить. Например, большая дорога очень кстати бы подошла в качестве названия, потому что сегодняшняя Россия – это уже и есть одна большая дорога, по которой ходить-то иной раз страшно. Не знаешь, под каким кустом тебя подстерегает опасность, но то, что неприятности обязательно будут, гадалки не ходи. Не ограбят, так на счетчик поставят. Подробности дальше. Начинаем. Ограбят нас каждый день. Проснувшись утром, вы идете в ванную комнату умыться, и вдруг осознаете, что вы в последние разы дешевой водичкой-то умываетесь. Скоро повысят тарифы, потому что по какой причине, никто не знает, хотя вы, конечно, догадываетесь, кому-то просто захотелось лишнюю яхту прикупить. Дальше вы выходите из дома, садитесь в автомобиль, выезжаете на дорогу и... Из первых же кустиков выскакивает продавец полосатой палочки, пытается вам свое вот это вот движение продать за 500 рублей. Продолжаем анализировать, начальник на работе. В последнее время мне, например, все чаще кажется, что у этих, как и у любимых всеми нами полиционеров, тоже имеется какая-то плановая разнарядка по штрафам. Вообще офисные начальники на вертухаев лагерных походить начинают, не замечали? Вместо того, чтобы организовывать рабочий процесс, они его пытаются контролировать посредством тотальной слежки, найма специально обученных жандармов. Такую полицейщину они называют красивым заморским словом CRM или оптимизацией, хотя у меня на этот счет имеется собственная позиция. Какой оптимизации ты хочешь добиться от человека, которого ты затюкал? У него ж глаза затравленного кролика, вместо того, чтобы думать о деле, он мечтает об обеденном перерыве, а затем о конце рабочего дня и бежать. А самое печальное, что ведь любой сферы деятельности это касается, в какую сторону ни косни, ни копни, как на зоне где-то, вместо законов понятия, вместо управленцев паханы, права у сидельцев отсутствуют в принципе. Это реальная журналистика, страна рабов, страна господ, тема сегодняшней программы, поехали. История, которую я хочу вам рассказать сегодня, вот вы знаете, в ней есть все. Все формы беспредела, которые только существуют в природе, ну и начнем, пожалуй. Знакомьтесь, Самвел Мурадян, бизнесмен из Москвы, точнее, предприниматель средней руки. Звезд с неба не хватает, куда попало не лезет, просто пытается выжить человек. Все началось 6 лет назад, в 2012 году. Тогда коммерсант столкнулся с некоторыми финансовыми трудностями и обратился к партнеру по бизнесу за помощью, попросил денег в долг 3 миллиона. Приятель дал, Самвел написал расписку, ну, в общем, стандартная процедура в таких случаях. Вот только знал бы этот Самвел тогда, в какую аферу его втягивают. Я пишу, что я Мурадян Самвел Альбертович и так далее. Взял у Миронова 112 тысяч долларов. Он взял калькулятор, посчитал какой-то упущенный прибыль, проценты и так далее. И остановился на, по-моему, 143 или 142 тысяч долларов. Ну, я пишу эту расписку. Он уходит. Да, он, оказывается, уходит двумя расписками. Я и не мог об этом думать. Короче, перевожу на совсем понятный язык. Денег-то коммерсант взял один раз, а расписок, получилось, написал две. Таким образом, 3 миллиона долга одномоментно превратились в почти 8. И это еще в ценах 2012 года, когда доллар стоил вдвое дороже, чем сегодня. Ну и пошло-поехало. Попытались выяснить отношения, мол, ты одну-то расписку верни или уничтожь. Хорошо, ответил партнер, а сам втихушку побежал в суд, который, как водится в нашей стране, состоялся в максимально сжатые сроки и, конечно, без присутствия ответчика. Угадайте, какое решение вынес судья. Правильно. И вообще, хоть раз слышали, чтобы российский суд выступил не на стороне афериста? Вот и в этот раз произошло такое же удивительное совпадение. От же ж судьи наши все-таки как дети, а? Их так легко обмануть. Я случайно узнаю, что я стал банкротом. Обратился к юристам, к адвокатам. Посмотрели, стали заниматься делом, и они меня удивили, когда сказали, что Миронов обратился в московский Зюзинский суд с двумя расписками. Без меня к
как бы принимается решение, что с меня нужно взыскать данную сумму в пользу Мирона. Именно. Дальше случился 2014 год, Крым наш, экономическая войнушка, обвал рубля, и вот уже 3 миллиона долга превратились в 15. Плюс проценты и прочие прелести, короче, постановил суд забрать у должника по этому поводу квартиру, вернее, не то чтобы забрать, а выставить ее на продажу и за счет средств, вырученных от сделки, погасить имевшийся долг. Там что-то на тот момент около двадцатки получалось, квартиру же риэлторы оценили в 60 миллионов. Одной фразой было, чем закрыть даже такую задолженность. Вот только мошенник тем и отличается от законопослушного гражданина. Он не покупает за 100 рублей то, что стоит 100 рублей. Он хочет все и за копейки. Собственно, так и случилось. Придя однажды домой, Мурадян с удивлением узнал, что квартира ему больше не принадлежит. Вот сейчас взламывают дверь, Мичуринский проспект, дом 80, еще идут судебные тяжбы, а сотрудники полиции стоят и допускают делать взлом. Кто? А вы кто? Я представитель. Не представитель кого? Собственное имя. Для чего? Так как это имущественно-правовые споры, сотрудники полиции не имеют права вмешиваться. Поняв, что с Самвелом силы не справятся, рейдеры пошли на переговоры. В деле со взломом квартиры появилось новое лицо. Некий Хачатур Мурадов. Пришел некий человек с Максимом, представился Хачатуром, и который сказал, что это его инвестиции, Иващенко его человек. Как бы вопрос решает он. Ничего не напоминает. Пришел какой-то человек, представился неким Хачатуром и сказал, что он решает вопросы. Сказал, что он на эту сделку потратил 25 миллионов рублей. Я, если дам ему 35 миллионов, все, квартира останется мне. Здесь фактически вымогательство происходит. И если Иващенко является добросовестным приобретателем, зачем вообще эти переговоры вести? При этом сам главарь черных риэлторов Хачатур Мурадов официально банкрот и скрывает от кредиторов более миллиарда рублей. Мне, знаете, иногда вот на голову и пишут, а что вы хотите возврата в 90-е? А вот это вот, простите, как называется? Когда фокус с вымогательством не получился, Мурадов привлек депутата Госдумы Сивцова. Да-да-да, вот этот вот мужчина в кадре, никто иной, как депутат Государственной Думы от ЛДПР с говорящей фамилией Свинцов. Коллега мой оговорился, а что интересно делает депутат Госдумы на рейдерском, по сути, налете? По закону что получается? Здесь судебные приставы должны быть. На этот раз атака под руководством полиции и депутата Государственной Думы России Андрея Свинцова и его помощников Алексея Митина и Юлии Шминцарь. Эти помощники уже более полугода вместе с черными риэлторами пытаются проникнуть в квартиру к Самвелу. Здесь я исключительно по обращению главы ТСЖ. Я здесь по приглашению главы ТСЖ, заявил депутат Свинцов. Ну а теперь предлагаю вам посмотреть другую картинку. С официального сайта Госдумы РФ. Итак, Свинцов Андрей Николаевич, депутат Думы 7-го созыва, избран, внимание, от Московской области по 5 округам, Серпуховский, Подольский, Люберецкий, Орехово-Зуевский, Коломенский. Какого шражна данный депутат забыл на юге Москвы? Что он там вообще делает? Не надо быть юристом, чтобы понять, то, что происходит на этих кадрах, носит, мягко говоря, сомнительный характер с точки зрения законности, а тут целый депутат пытается рамсы разводить. ТСЖ его пригласили, оказывается. Хотя, с другой стороны, на Петровке, которую депутат со своими помощниками завалил кляузами, он озвучивает совершенно другие вещи. Коммерсант, мол, является родственником какого-то там вора в законе, что промышляет похищением людей, и по его депутатской информации похищенных прятали в той самой квартире. Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать. Ребят, если честно, я-то давно расследовательской журналистикой занимаюсь и чего только не видел в своей жизни. Но я был уверен, что вот эти вот пережитки 90-х остались в далеком прошлом, по крайней мере, для таких крупных городов, как Москва. Нет, у нас, оказывается, по-прежнему кошмарят коммерсантов. Пытаются отжать у них по беспределу то, что имеет хоть какую-то ценность, причем даже не купить по дешевке, а именно отжать, отобрать.
3 миллиона человек взаймы взял, а лишился в итоге всего. Квартиры, которая стоит в 20 раз дороже. Бизнеса, репутации. Сейчас вот вынужден по инстанциям бегать. Сотрудников правопорядка от работы отвлекать, которые могли бы в это время с настоящей преступностью бороться. А еще юристам бешеные деньги человек платит, чтобы противостоять беспредельщикам. Ведь эти деньги можно было вложить в экономику страны в качестве налогов, например. Но самое-то печальное, что в 90-е подобными вещами занимались бандиты, отморозки, пересидки какие-то. Такие, знаете, уроды в спортивных костюмах с лицами, не обезображенными интеллектом. А с помощью кого сегодня жулики человека кинуть пытаются? С помощью полиции, судов, прокуратуры, депутата Госдумы дожили. А хуже всего, что никого этой истории я не удивлю. Таких самвелов пол Москвы еще, да что там пол Москвы, пол России, кстати. Подпишите петицию в защиту этого человека, ссылка внизу. Ладно, все, закругляться пора. И это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в YouTube вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Проституция – это уникальный бизнес. Второго такого нет. Человек продает то, что у него есть, и после продажи это у него осталось.